Что, спросить по кайфу переигровка? Это коротко к чему приводит Цефу. Ну все, все это какой-то. Это после матча. Это Ваня там? Да, да, это я. Чернота пошла к этому. Похоронил. Нас. Блядь, сегодня не найду видос, где этого мужика нашли в помойке мертвого. А кто зовет, Ваня? Они. А Игорь, ставь, пожалуйста. Игорь. Что? Ну, займи позицию согласно купленным билетам. А, подожди, брат, там еще стример не готов, подождите. Он еще даже состава не включил. Он еще просто на паузе. Надо подождать его. Некрасиво начинать просто так. Ну, Игорь, ты все равно станет позицию. Грузится downloading Pro Clubs. Давай только спокойно, без эмоций, говорит только Ваня, я вас прошу. Без эмоций и говорит только Ваня. Ваня и Крушо. А, говорит только Крушо. Погоди, я сейчас схожу так. Это Лил. Че отливать собираюсь? Фу, что-то какое-то оно... Gold Apple. Нашел этот видос. Надеюсь, меня не забанят. Пиздец. Смотрю на женщину, которая здесь. Прям вон она впереди, прям сидит такая во всем этом. Она такая спокойная, знаешь, ну все, заходим. А мне кажется, она даже не заметила, реально. Да, он как только исчез резко. Кто не заметил? Что я не заметил? Есть, короче, еще этот видос, только с камеры машиниста. Серьезно? Да, да. Это вообще пиздец. Ёбаный рот. Ты не знал про этого чувака, который? Это на этом, кстати, знаешь? Ой, это, по-моему, на этом, как он называется, бля, сейчас помню. На Дмитровской, по-моему, это. Пиздец. Да, произошло? Говоря, не в курсе, где произошло. Бля, ну, значит, Стас, зачем ты про эту переигровку вообще начал писать, не совсем понимаю. Проиграли и проиграли достойно. Переигрывать, блядь. Достойно мы уже не проиграли. Как пидорасы, блядь, переигрывать. Извините, пожалуйста. Ну я говорю, как, сейчас как пидорасы. Пришлось еще собираться, блядь, из-за этого. Да пиздец, Стас вообще, блядь, подставил.
Ой, нахуй нам это надо, это все. Имидж команды просто, блядь, на нуле уже, ниже плинтуса. Ну все, мы готовы играть, если что-то. Я написал. Говорит, мы в белой форме. Ну хорошо. Мы тоже. Пускай кидают. Они кинули, погнали. Ой, я нашел. Пиздец. Это когда перегровку назначили. Ёбаный рот. А ты не готов? Блядь. Блин, игры... О, они, по-моему, вышли или что? Я, по-моему, Ирук сам начал бегать. Я выкинул. ТП, ёпта! Бля, сейчас, сейчас, походу, будет переигровка, потому что сейчас слышишь, мы сейчас матч не сыграли. Слышишь, нас сейчас как Барс наебет нас. Миди фэмили типа. Миди фэмили типа. Типа. Бать, ты там на рэпе сидишь, конечно, брат. Вообще, вставай. Ты не в бандане случайно там, блядь, такой, знаешь? Чисто как Нига. Ой, блядь, что я сказал? Осуждаю. Пока. Блин, Дим, нахуя ты говоришь такие фразы, нацист ёбаный? Пиздец. Шпатуршпилин, Дмитрий, успокойтесь. Нацист, блядь. Нацист. Блин, пиздец, осуждаю. Я в шоке. Бля, я даже отойти не могу. Видос, конечно, пиздец. Причем, ты знаешь, там никакой ни крови, ничего. То есть его получается, он чисто... Он чисто, не, да? Его и не расплющило, получается, как мягко выражаясь. Ну, как бы он из-за того, что он упал резко, да, и резкий удар. Не знаю, я у него не спрашивал. А что было? У него интервью не взяли по научить учебному происшествию на НТВ. Если взяли, было бы стрёмно. Его просто в ребельде не взяли. Такой, ну нахуй. Ну мы еще готовы. Окей. Потапа ждем. Игорь, пожалуйста, внимательно по их цопу. Мы и Олег с тобой по ЦБшникам. Я там, короче, бит полгода в Нави. 120 карт, 1.07 средний рейтинг, 5 титулов, 2 миллиона долларов призовых. Не, ну 2 миллиона это на общую команду. Нет, чисто ему. Так в смысле, он не мог что-то выиграть. Зовут Вань. Да нет, 2 миллиона общей команды. Давайте играем. Поднимать на фланге играть? Да что такое-то? Опять выкинул кого-то, что ли? Поднимать на фланге по своим флангам, пожалуйста. Ты можешь я сказать, я... слышишь, ты можешь им сказать, чтобы у них кто-то не выходил и галочку не дергал. Мы можем просто, ну, выйти с разводки. Да, ну, ладно, мы, конечно, ты слышишь? Мы, конечно, пидоры. Алло, блин, выкинул, нахуй. Я, короче, понял их тактику. Скажи, еще что последний раз. Еще один выход сейчас, и все, и ТП, типа, я до ТП. И ТП нам они хотят сделать. Сказать, что мы виноваты. У нас есть видеозапись, что выписывается. И у нас все играют под своими аккаунтами. Левых аккаунтов нет в команде. За меня Влад Бил играет. И, бля, пиздец, бля. Нахуй я сказал, бля. Бля, пиздец. Бля, пиздец. Взлетаем! Да, хорошо, что хоть Смакула молчит. Прикинь, вот вы его из Дискорда не удалили, он зайдет сейчас нахуй. И сыграет за тебя, Игорь. Хорошая идея кикнуть его с Дискорда. Забанить.
Бант, админ бант. У них левый ЦЗ поддевается, оттуда закидывайте мне. Поддевается? Ну чё, у меня уже колено умирает. Играть будем, нет сегодня? О, спасибо большое. Ну как, уже кейс надо играть, блядь, а мы еще ждем нахуй. Плохо? Бедная моя. Помочь чем-то? Ладно, пока. Встучу в гальки. Сколько ты ждем их сейчас или что? Да. Бля, Левандовскому дали 92 рейтинг, схуяли. А сколько ожидания в кубке? Скажите, как там они пригласили? 5 минут. Не-не, 10, в кубке 10, оказывается. У Роналду физика ниже, чем у Левандовского? Нет. Роналду 36 лет, как бы. Ну так, при чем тут возраст, если можно, ну, по игре смотреть? У него ниже, разве, она кажется? Ну, ощущение как? Физика... Этот, дефендинг, короче, у Месси и у Роналду одинаково, 34. А Левандовский вообще, походу, защитник, блядь, 44 дефендинг. Так, ну я принял, что-то зависло. Флекс. Парни, флекс, это Power Tools. Флекс, Power Tools, Adidas, Nike. Ну чё, если сейчас вылет, то ТП. Ну, либо играем с ботом, хули. Через 150 лет. Ладно, давайте внимательно сыграем. Они не будут забрасывать с разводки. Так что по позициям сразу играем внимательно. Игроки очень внимательно по своим флангам. В центре приклеимся друг к другу. Ну, к их игрокам. Поехали. Игорь, твой Макар, мой Айман. Олег, твой Потап. Я не люблю по игроку играть. Только... Далеко? Отлично. Бля, ну там блокировка очевидно была. Нашим защитником вратаря, поэтому он... Хорошее начало, ладно, играем похуй. Что-то да, как-то легко вышло. Сайт, поджали выше. Я пытался раньше дать, чуть попозже бы забежал. Давайте выше поджали. ТЗ, смотрите внимательно, мы будем высоко за их цепочниками уходить, у вас форварды только против вас. Можете с ними чуть агрессивнее играть, а может и страхующего будет исполнять. Стас, скину тебе. Хорошо. Вперёд, крут. Центр, центр, развернись. Хорошо. Хорошо. Бля, хорош. А, давай попробуем розыгрыш новый. Сзади только внимательно, подождите. Новый? Да, да, да. Ой, новый, новый. Ну, наведите назад, а Амаль только забегаешь внутрь. Поехали. Да это пизда, ну это надо так направить спиной, я ебу, блядь. Просто не стойте там больше никто, чтобы не тянуло лишних. Давайте выше их попрессуем. С этому. Найс. Смотрите, наш розыгрыш, либо навес на ближку или на дальку, они делают. Коля, он с мячом остался, мне понравилось. На ближку будет, скорее всего, будьте внимательны со скидкой. Хорошо. Через пас. Не-не-не, Крюшон. Ебать. Just fast pass. А, мне ничего не понятно.
Ну, сами себя привезли на ровном месте. Не понимаю, что мы делаем. Ой, блядь. Все, забей, расслабься уже. Чего же, блядь, только без нерв. Спокойно, реально, давайте просто поиграем, все. На удовольствие. Кайф получите, парни. Хорош. Не, надо забить, пытаться просто. Блядь, как хуёво она пошла. Ладно. Нормально, давай. Сразу ближе. 20 минут прошло всё ещё. Пойдёт. Разрядил бы. Я, короче, не буду играть по игроку, потому что у вас тогда не хватает игрока одного. Он ниже опускается и всё, блядь. Вы, блядь, крой, вообще не понимаю. Хуй мне это надо. Точнее, нам это нахуй. Не, надо, сейчас блядь. Уже активнее прессинг, сейчас уже плохо. Бля, а че он подлагал у меня? А, сука. Ну, обратно он всегда возвращается, никогда не. Да не, понятно, сейчас такая ситуация, что встречать нужно. Да не, по-другому. Сейчас уже 5. Не, давай сам иди еще, ага. Мне. Да я давал Тимону. Опа. Давай, давай, давай. Прокинь. Там штрафной. Выше пришлем их сразу. Смотрите, закидон, может быть, сразу после розыгрыша по флангу. А фланг еще. Я попробую на нее набежать. Не успел чуть-чуть, прям одним шагом. Блять, паста дал же. Ну сука, ну почему он так убирает мяч далеко? Сори, на второй дал. Тобой. Блять, Стас, я тебе давал, думал, ты вперед пойдешь. Я думаю. Оу. Повезло. Подбор. Подбора нет. Навес на дальку чекать внимательно. Фланг запускай. Угу. Можно ему и в центр дальше еще. Еще пас. Да не, ну тут хз, да. Сам счет паса. Фигни. Нас наскатил. Давай, 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 давай. Сжимай. Лучше. Потолкайся. Давайте внизу. Ладно. Без вот этих, без лишних финтов. Опа, штрафной. Двоечку сделаем или бить будешь? Давай ударю. Давай, добивание чекайте. Я симулирую двоечку. Блин. Бля, ну сука, я не понимаю, почему она... Ладно, все играем. Выше прессуем. Надо было вкачать, конечно. Будет вынос, скорее всего. Смотрите фланги. Я на фланг ушел. Рука трясется и... Я очень сильно волнуюсь, ребят. Фланг правый. Пожалуйста, не пускайте игроков. Они просто фланги ебашут. Забросами, навесами, всем чем угодно. С тобой центр. Повыше, ну, у них, кстати, просторнее, чем в прошлой игре. Да не, не, повыше играйте, что нужно гол забить. Да, да, очень у них, как-то, мне кажется, не так сложно с ними играть. В защите пустим, третий похуже. Блять. А вот сразу бы тут открыться бы под ванечку. Да не, там хорошо было, просто пошло хуево на Тимона. Там бы лучше не пошло бы, потому что так игрок перехватывал. Зажать надо, он даст опять волшебнику. Нет, у нас, конечно... не будет офсайда. Вынесите просто уже последние секунды. Нормально же вынесли. Ну, по сути, если бы мы сами себе сейчас не привезли второй гол, то как бы они единственную шару забили в начале и все. А, играем мы не так плохо, просто в атаке нам нужно
чуть-чуть сконцентрирование. Мы переходим в центр поля. Давайте попробуем поиграть там без финтов, без всяких, ну, типа, меньше финтов. Да, мы таких, играем нормально, без финтов, просто в атаке. Там есть такие ролл-голы. Нет, давайте сразу оговорим, будет ли кто-то из ЦЗ вперед идти, пусть какой-то минуты еще сохранится. Пока нет, ну, потом, может, через... если забьем хотя бы один. Будет, не было. Если один забьем хотя бы, то тогда уже можно, а так я не вижу смысла пока. Все равно мы на весами не особо играем. Просто нам нужно спокойно через центр в пас проходить, через фланги. Мы проходим, это делаем спокойно. Давай, короче, я получаю мяч, два форварда. Один убегает, убегайте по диагонали противоположным друг другу. Да мы нормально играем, просто в атаке момент нужно забить. Один, ну, я тебе еще раз говорю, что вот это хорошо всегда играет, ну, на защитниках. У нас защитники провальчики есть, поэтому смотрите. С тобой. Блин, ты дал ему на метр, зачем? Ну, все, ясно. Хорошо, хорошо. Но я думал, Олег успеет просто позвать. Да зачем вообще ему давать тут? Смотрите. Что угодно может быть. Угу. Тут зажали их ближних сразу. Да на ход было по флангу. Тушно. Нормально. Через пас. Пас. Сразу. Пас. Хорошо. Давайте чуть-чуть. Двойным бы дал. По сконцентрированию. Может далеко кинуть в теории. Дальний фланг внимательно. Хорошо, успей. Я к нему не пойду. Игроков держим до конца. Я попрошу крайних полузащитников внимательнее по своим игрокам играть. Они только и делают, что забрасывают и переводят. Просто приклейтесь к ним. Выше прессуем. Защита тоже тогда выше поднимите. Да не, мы поднимаемся, но просто тут проблемы с этим. Хорошо. Ждем спокойно. Во фланг Амалю. Бля, да он на Лёшу. Ладно. Фланг не дать. А фланг даст. Сразу пас так же. Ясно. Ну, дайте я закину. Хуй знает, когда так столько раз можно. Ну, мы два раз привезли на ровном месте. Да. Мне кажется, ладно, тут не играем. Надо было. Подождите, сейчас закинем. Бегите вперед, я закину. Подбор сберем. Давайте, там уже нечего, нам нужно вперед идти и присоединяться. На дальку. Хорошо. Спокойно играем дальше. Пока они ничего не создали, кроме того, что мы сами себе забили. Хорошо. Ну как ты достал меня, блять, ебан. Извини, Макар. Выше присоединим всеми линиями. Не понимаю, почему мы не можем сразу с игроками играть. Вот именно с игроками наперед их, пытаясь угадать, куда они пас дадут. Там вообще все против. Понятно, куда он даст пас. Спокойно. Потому что когда они выходят из обороны, их больше там одного. Да, но он дает все равно в ту сторону, где нас по двое. Ладно, играем. Можно закинуть повтор. Да не надо, не спеть. Играть сейчас ему выше. Еще вернее ему. Можно. Хорошо. Будет второй. Ладно. Нормально. Двойным. Эх. Нормально. Двойным. Все. Пробуй двойным всегда. Да там уже никак бы не прошло. Да не торопись, дай мне принять мяч. Дайте второй темп. И еще мне. Хорошо. Тут жмем их. Там двое в одной точке, да, да, прессуй. Ой, ну только без... А, ладно. Можно. Блядь, опять без интабы вот просто. Старайтесь мечтать там вперед двойными, какими угодно. Так, я проебался по позиции, центр пустой будет. Олег, останься слева. Справа, вернее. Воу, Олег. Спокойно. Бля, я подивился, если бы там он с добивания забил бы. Играем.
Ближних перекрыли. Время еще есть, забить хотя бы один. Все, только не нагнетай. Я не нагнетаю. Скидку чекаем. Ну как он стоял с двумя, я оказался один. Хорошо. Хорош, брат. Не торопись, пока. Спокойно, буду в центре. Я не могу дать пас, потому что я ударился в Стаса, который меня бежит за мной. В какой-то момент... Все, тихо. О, нормально. А, похуй, забей. Один Лёша. Можно дальку навесить. Нормально. Сразу во фланги. Пускай выносит. Наш мяч спокойно. Только не торопимся. Хорошо. Пойдет. Да, слабо пошло. Тут жмем их. Пускай выносит. Хорошо. Бля, не повезло, двойный бы. И причем не на ход. Оно всегда притянет пиздата. А у Мали дохуя матч, там вообще все нормально пройдет. Он будет до конца бежать вперед. Во фланге буду с тобой. Ну ладно, уже не надо. На дальке буду. Второй темп. Еще. Хорошо. Спокойно играем еще дальше. Выше прессуем их? Без мороси, только не моросите, блядь, хуйню какую-нибудь. Да никто ничего не моросит. Не, играем. На всякий случай предупреждаю. Давайте выше прессуем их. Нам нужно выше прессовать. С времени не так много уже. Хорошо. Пас. Хорошо, блядь, молодцы, нахуй. Теперь спокойно играем. Играем точно так же. Они потекли уже. Розыгрыш. Да, выноси нахуй с ворот. Ну, потому что если они читают, если мне игрок не успеет сделать, то все. Да. Да. Еще пасик. Спокойно. Еще. Да я не успел дать пас. Ну, блядь. Все он вперед не летим сейчас только, пожалуйста. Просто на вынос. Витя, живи. Хорош, Витя. Блин. Давай реально в защите. Сейчас, тихо. Мы втроем нападение будем. Тихо, сейчас, блин, не, ну слишком перекрыли. Сильно садиться тоже не надо. Мы сейчас сядем опять. Играем, как играем. Просто не все в атаку бежим. Счет уже 3-3. Я сыграю с фланговым в центре, смотрите. Закидушки, смотрите внимательно. Хорошо. Хорош. Угу. Можно было ножки. Спокойно. Бежишь? В ножки. Бля, зря тебя дал. Сорян. Опорка. Так, центр внимательно, можно фалить тут. А тут можно закинуть. Угу. Не, не закинул. Лучше просто на фланг. По флангу. Хорошо. Последняя атака, только вперед. Блядь, не успел пас дать, я давал. Пиздец, да. Хорошо было. Давайте, давай. Ребят, у нас... Это интересно уже. Сейчас спокойно играем, уже просто внимательно. И все. Не сильно высоко сейчас не прессуем, у нас нет так много стамины. Это, подожди, одну ремарку, это... Вить, скажи Крушону, чтобы выносил всегда. Заранее, чтобы на, ничего не... Пусть на R1 выносит вперед. Спенки в пире, все зарезаны, за счет. Все, да? И форварды сразу на ударах от ворот, бегите в чужую штрафную. Чтобы он слышал просто. Но он написал, что хорошо. Угу. Форварды в чужую штрафную, все остальные по центру поля, не выше, потому что иначе вас потянет. Сварок, высоко не поднимайся, у тебя очень мало стамины. Сыграй просто ЛПшника. Я не хотел привыкнуть, чтобы Стас выше играл. Стас, играй тогда выше, нет, Сварок можно, нет, просто не надо, сыграть. Все просто спокойно, нет, играем по игрокам. По игроку буду. Выше, ну нет, выше, просто нет. Сварок вообще нет смысла вперед подниматься. Я понимаю, там сейчас будет, играем спокойно. Нет. Все. Никто никуда не поднимается, просто играем внимательно. И не играйте так много на ход, играйте в ножки больше. Чё, сильно? Тут зажмем их, тут зажмем сразу, внимательно, ближне. Пускай сильно кидает. Только до конца стойте с игроками, не ведитесь на фейки. Ой, такие вот надо аккуратней принять мук. Хорошо. О боже. Форда в чужую штрафную. No. Все остальные по центру. Pass to the forward. Go, go, go. Выше, поднимайте, ЦЗ, выше. В
центре подбор забираем. Ай, блядь, нормально, тут зажмем, тут зажмем их сразу так же. Не дайте на СЗ скинуть. Центрально. Справа. Я упал, осторожно. Нормально. Опять атас. То же самое, ближних перекрыть сразу. Фланг, смотрите, влево. Это ж хуйня, не игра. О, да. Спокойно. Было бы, сразу. Ладно. Извини, не буду подсказывать больше. Да, все хорошо. Встречайте, не давайте им посыл эти давать. Они из-за этого нас прессуют. Я просто разрываюсь между двумя. Ну, халдить нет смысла. По флангу. Попробуй по закинуть. Флангу, да. Я навесом слабо, вот на желтого. Ага. Без офсайда только. Я верну, потому что там я уже не вижу никого. Ниже. Лучше. Пойдет. Можно по флангу. Да, флангу бегу. А теперь можно, тут можно прямо на ход кинуть. Куда прямо? Вон туда прямо. Подойди, давайте один ход прямо. Камаль, ты-то зачем так близко подошел? Навес на дальку можно. Не, не надо уже. Так как он принял? Я в дальнюю направлял. Все, спокойно, играем. Теперь скидку смотрим, они разыгрывать не будут. Они будут выносить и скидку во фланг. Нормально. Нормально. Тут зажали также их высоко. А, наш мяч. Наш. Тогда не спеши только. По флангу бегу, погоди. Может. Давай, играй с ним. Можно лучше. Назад, можно назад по флангу. Андрюс, хорош, да, поиграл, нормально. Нормально. На весь бличку сразу, давай, сразу бличку, сразу бличку, с ударом. Да, блядь. Да. Да! Тихо. Я сам не знал, как тихо. Да я понял. Спокойно, последние секунды тайма. Форварды, накрываете заброс, если будет заброс, остальные сели да, вниз. Да, только не нервничай, сейчас это, как его, не надо прям с ним опускаться, играйте как играли. Нет, я говорю, это тайм просто. Блядь! Ай, блядь, там справа один. Да, надо еще попытаться один забить, теперь... а то мы сейчас сядем. Тихо, после... я не сказал садиться, я сказал это тайм просто доиграть внимательно. Играем спокойно, точно так же, как играли. То есть что, у меня есть стамина. Хорошо. Да, можно забрать. Я навешу, буду. Если будет возможность, тогда при выходе из обороны, если низом не будет, я буду забрасывать тогда на форвардов. Будьте внимательны. Да, только если низом не будет. Да. Угу. Это, по сути, первый раз, когда они 15 минут вообще без мяча были. Только на сайдлейне поле. Бля, у меня голова заболела от этого матча, блядь. В колени вода отхлебывается, блядь. Как мне написали? Мне послышалось в колени, а потом я привез, врубил гандикап. Давай, лампух. Спокойно, подожди, давай, может, закину сразу, нет? Не надо. Да зачем? Не надо закидушки. Давай спокойно играем, тогда просто спокойно играем. Забрось, можешь здесь, можешь забросить. Может, слабеньким навесиком выйти. Да, навесиком вот таким. Навесиками выходите и все. Угу, по флангу. На открытого так проще. У меня тут неприятно. Да, ну, подожди, чуть-чуть. Что там, фланг можно запускать? Так, подожди, нету там фланга. О, нормально. Подбор, ну. Нет, не перехват, это же игрок мяч. Нормальный пакси. На вынос. Угу, хорошо. Угу. В центре подбор. Они в атаку большими силами пошли. Не торопитесь с мячом. Бля. Смотрите фланги внимательно. Вот его закрыть бы. Все спокойно. Можно дом назад? Угу. Нормально. Во фланг можно или Амалю? А-а-а. Хорошо. Амаль, ладно. Давай, Амаль. Блять, вкатил бы двоих. Нас остать хотел, Соль. Да пойдет. Дальку внимательно, Стас. К нему. В центре убежит. Встречайте пасу еще, главное. Не давайте ему так идти. Не переход. Блять. Внимательно, Дальку.
Хорошо. Хорошо. Так, тут близник разобрать сразу. Могут ЦЗшники пойти вперед. Будьте внимательны. Будьте во фланге. Оба правом форварды. Попробуй. Хорош. А ебаная игра. Да не, нормально, нормально. Не садитесь сильно. Прокинь, прокинь. Ай, блядь. Ладно. Сука. Хорош. Будут вкатывать и бить. Так, сядьте сейчас все в штрафную. Последние секунды уже тайма. Я один впереди останусь. Лучше на подбор встань. Там атаки все равно не будет у нас. Хорошо. Дальку смотрите, будет навес просто. На дальку смотри. Домой, блядь, домой, сука. Тихо, тихо. Спокойно, спокойно, успокоились, блядь. Сами себе, блядь, два гола повезли, нахуй. Мы посвящаем, ему победу. Кому? Break System. Бля, парни, парни, давай. Нет, что бы мы ни говорили, ну, как бы, посмотрите, у кого какой рейтинг. Кто папа? Это ладно, это... Я хочу сказать, что мы сами себе, блядь, привезли тупо два гола, блядь. Если бы твоими, мы... Да, блядь, с твоими банскими правилами дай пас ближнему, когда там Дима один в защите, в нападающих стоит. Не, ну у меня просто долгая анимация была, я сам виноват. Да, какая разница, ты все равно... Тебе надо просто на резкой хуйне дать фланг. Если фланг закроют Стаса, то все, они уже контратаку делают. Мне кажется, это было хуёво. Они его закрыли, но я тогда все равно хотел кинуть, но они уже ближе были. Я... Да, ну, не, да. Ну, мне кажется, зря мы первый, первый гол хуёво пропустили, там все сжали. Да, против, да. Двоих, а знаешь почему? А я тебе объясню почему. Я тебе объясню, почему мы сжались. Ваня сказал играть с игроком, я сыграл с игроком. Он просто отошел. В итоге два цопа снизились. Нет, 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 нет. Дело было в другом. Дело в том, что мы бы играли по ЦПшникам, а форварды, у них, ну, такая хуйня происходит часто у нас. А когда мы играем по ЦПшникам, у них форварды одни остаются в зоне между цопами и форвардами. И получается, что в эту зону... Ой, и ЦЗшниками. И в эту зону форварды как раз-таки залетают спокойно соперника. Может быть, может быть. А ему и вам. Ну, можно сказать... Что, Игорь, не... Игорь, можно теперь писать? Ничего не надо писать, просто спокойно. Жду перегров. Поджигать. Да там и так, по-моему. Не, погоди, погоди, нельзя, нельзя. Ты выключил стрим? Нет, еще. Спокойно. Выключил стрим? Я привозил, там была блокировка. Нет, слышишь, короче, я придумал на самом деле, как в этой ситуации действовать. Вань, ты выключил? Вань? Да ничего я не выключил, успокойтесь. Блядь. Да выключи уже нахуй, дай пошутить. Да выключи, ну пожалуйста. Ты можешь пошутить и так, блядь, ну просто спокойно, не все, реагируйте на это. Я не на это реагирую, я просто шутку придумал пиздатую. Хочу рассказать ее. Вы четвертый посмотрите и посмотрим, будет ли сегодня КДК еще раз. А что там? А подожди, я не говори, посмотрю. Не говори ничего. Тихо, тихо, Витя. Я думаю, там была блокировка. Не, я бы еще раз скатал, в принципе, на мате. Не, игра на самом деле была равная, играли два. Говна, блядь. Ой, блядь. Я почему-то чувствовал, что мы камбэк.